что делается. Выбрасывает мусор прямо на землю. Ужас. Как можно так? Не то, что контейнер, а просто выбросили. Жесть. В Украине существует закон о том, что нужно сортировать мусор. Но мало того, что никто не сортирует, а еще и выбрасывает мимо контейнера. Вот как сейчас видите. В общем, люди добрые, давайте не будем мусорить и сортировать мусор. Все-таки нужно жить как-то цивилизованно, а не мусорить у себя под ногами. Вот я видел недавно контейнеры для сортировки мусора. Посортировали, выбросили, приехала машина и все. Все скинули вместе. Вот такое. В общем, друзья, всем спасибо за просмотр. Не мусорьте.